А вот из-за строительства другой теплотрассы неудобства временно придется потерпеть водителям. С 28 апреля для проезда закроют Старокубанскую между Сормовской и Уральской. Контролировать движение будут сотрудники дорожной полиции. Специалисты советуют объезжать участок Постасова и Лизы Чайкиной. Неудобства связаны с работами по подключению жилого комплекса к теплосетям. Их планируют закончить к 15 июня. Тогда же откроют проезд по Старокубанской.